Мои кормушки за окном. Мне очень повезло, что у меня не стеклопакеты, а простые окна и подоконник снаружи цинкованный лист, поэтому как бы пошаркать его и загрязнить не жалко. Вот, кормушки. Сначала висела одна кормушка с семечками, естественно, через неделю ее обнаружили синички, и тут главенствовали, просто перечерикивали всех. Потом по движению синичек, видимо, их обнаружили снегири. Вот эти вот красные и серые, такие же, видимо, самец и самка, насколько я понимаю. И их начинают гонять с нее. Ага, я такой понимаю. Одной кормушки, вот этой вот кормушки, мало. Я вешаю вторую. Сало, кстати, тоже для синичек, потому что сало только синички едят, насколько я наблюдаю. То же самое происходит, двух кормушек не хватает. И вот мне пришлось купить специально селедку вот в таких длинных, таких плоских, длинных, продолговатых банках. Селедку я выкинул, потому что ее есть невозможно, ту, которую продают здесь. Вот. А банки очень удобно как бы подошли. Я их устанавливаю на подоконник, я их связал вместе ниткой. Вот нитка вот эта вот идет к радиатору, я привязал за радиатор, чтобы они не упали, по-другому никак. И я наполняю кормом 4 кормушки. А сало висит, получается, что пока просто так. Птицы. Вот, неделю, где-то полторы, здесь главенствовали синички, повторюсь, потом прилетели снегири. Вот, а вслед за ними воробьи. Вот это вот не воробьи, насколько я вижу, потому что воробьи чуть-чуть покрупнее, голова у них чуть покрупнее, и раскрас головы совершенно другой. А вот эти вот маленькие слева птички, серые такие, с красным таким на голове, шапочка такой, что ли, малиновая у них такая у всех поголовно. Я даже не знаю, что это такое. Вот они не боятся совершенно никого. Воробьи-то никого не боятся. Их не могут с кормушки согнать здоровенные снегири. А эти даже воробьев не гоняют, вообще никого не подпускают. Вот если вы видели. Поэтому вот. Поэтому единственный как бы способ и выход для того, чтобы птицы не конкурировали, не давили друг на друга, это увеличивать количество кормушек. Причем не только в одном месте, потому что в естественной среде, насколько я понимаю, они друг с другом так близко не соприкасаются. Кормушки нужно разносить, поэтому я повесил около соседнего дома кормушку еще одну, но там наблюдая пока только воробьев, еще видел пару кормушек на окнах вот близлежащих домов. Еще есть кормушка подвесная около Советская улица, там на перекрестке. Я когда иду на автовокзал, я ее пополняю. Это лично я вот не могу совершенно понять, как птицы выживают вот эти вот полгода, когда минусовая температура. Ух ты, ну вот это да. Вот так вот здесь постоянно. Что они зимой едят? Шире разнести и как бы ограничить их взаимодействие друг с другом я не могу, потому что окошко вот именно такой ширины. Вот. Ну а поделить просто кормушки, в которых одинаковый корм, они, видимо, не могут. Ну, неинтересно, видимо, надо вот так вот пошебушить, друг на друга пошипеть обязательно. Корм. Использовал я и пробовал разные корма и смеси, и покупал отдельно семена льна. Семена тоже не хотят, оставляют все. В общем, я делаю вывод единственный. Если в кормушках находится смешан разный корм и присутствуют семечки, семена подсолнуха, то птицы едят только его. Поэтому если вы, ну, хотите как бы проявить как бы заботу и разный корм как бы птицам предоставить, то разделяйте их отдельно. Если вот смеси, например, у вас остаются от, может быть, домашних птиц, ну или по другим причинам, не знаю, то наполняйте отдельную кормушку ими. Не надо смешивать, потому что они будут из смеси, из всего наваленного выцарапывать только семечки сначала. А все, что остальное, там минеральные добавки цветные, там продают в магазинах, я покупал, все это остается. Поэтому семечки отдельно, ничего не боится, ну надо же. Я просто, ну, поражен. Вот, семечки всегда отдельно. Вот, а весь остальной корм, ну, на любителя, может быть, кому-то из них понравится, это уже отдельно. Кормушки приходится вычищать от шелухи каждый день.
Я прихожу с работы, сразу окошко открываю, и сверху скапливается слой шелухи, там в сантиметр. Это все приходится удалять, потому что мелкие птицы, которые вот не могут раздробить семечки целиком, вот как снегири большие, у них такой клинообразный клюв, они тут запросто это все дробят. Даже воробьи, видел, сидят и шелушат семечки прямо в кормушке. Вот. И вот таким вот маленьким им приходится зарываться и искать обломки семечек прямо непосредственно в кормушке. Это все-таки затрудняет и замедляет кормление, как бы прием пищи. Ну да, ну а как по-другому сказать? Что еще интересного у нас происходит? Повадки. Синички. Вот я почему-то из всех их пока импонирую только синичкам. Это чрезвычайно быстрая, очень манерная птица. Она быстро подлетает к кормушке, садится, хватает семечку и улетает. Я сначала думал, что она, ну, и просто ест на соседнем дереве, как вы видите, там вот березы напротив дома стоят. Нет, она их прячет. Стая синиц может вот так вот работать, там целый день световой. Подлетать, хватать, улетать. Подлетать, хватать, улетать. И ни разу я не видел, чтобы одна синичка прямо так вот сидя на кормушке лузганула хотя бы одну семечку. Ничего подобного. Все это прячется. Все это. Ой, да, вот видите, я посмеялся, увидели меня. Все это ныкается и тырится по деревьям, а используется потом. Вот. Синичка может, тут кирпичная кладка окна, может закрепиться на любой поверхности. Чаще всего она подлетает сначала, хватается за кирпич, посмотрела по сторонам, свободное место на кормушке, на кормушках схватила, улетела. Воробьи и снегири, ничего подобного. Они прямо туда залезают, особенно когда семечек остается только на дне, например, да, или половина. Они прямо туда залезают и не пускают никого просто. У синичек начинается паника, они начинают пикировать очень близко, кричать, тут пытаются сгонять. Ну, естественно, это им не удается, потому что воробей по натуре наглый, он никого не подпускает, даже снегирей. А снегири очень большие, крупнее синичек, и они тоже так, плавно поводя головой по сторонам, на синичек особо не обращают внимания. Вот. Поэтому нужно, как я вижу, выход, просто разделять кормушки, вешать в разных местах. Одни на окне, другие около дома, чтобы синички как бы тоже имели доступ к корму. Потому что остальные птицы, насколько я вижу, их просто вытесняют, если кормушки находятся только в одном месте. По расходам, ну, килограмм не соленых семечек в адмирале стоит 48 рублей. Ну, тратится у меня где-то килограмма 2,5-3 в неделю. Ну, это даже расходами не назвать никак. Я больше увожу в лес, там по 12 килограмм каждые выходные, и уткам сейчас увожу столько же ячменя. Вот у них больше уходит. А на подкорм вот как бы вот в такой форме, на кормушках на окне, тут и расходов никаких собственных нет. Зато огромное количество радости наблюдать и слышать их. Так, серые поели, прилетели, вернулись снегири. Ничего подобного, на сало только садятся, сало категорически ест только синица. Почему? Не знаю. Удивительные вещи. Вообще, я так понимаю, синица жесточайший хищник и летом очень хорошо помогает в садах, как бы выклевывая паразитов, там тлю какую-то, видимо, гусениц и других. Поэтому проявите заботу о птицах зимой, а они проявят заботу о нас летом. Много-много радости вам. А радостью своей надо делиться. Удачи!